9 февраля Чувашия присоединится к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Заезды пройдут во всех районах и городах республики. Центральный старт в Чебоксарах в районе аэроклуба. 2019 метров. В этом году длина дистанции, которую пройдут первые лица республики. Общий старт – 3 километра. Для юношей и девушек младше 18 лет подготовили трассу 5 километров. В два раза длиннее маршрут у женщин и мужчин. Регистрация участников начнется в 8:30 утра на месте проведения старта. В комиссию нужно будет предъявить паспорт и свидетельство о рождении, полис и справку допуск врача для тех, кому еще нет 18 лет. Церемония открытия «Лыжни России» 2019 назначена на 11:45. Общий старт участников в 12:10. Победителей и призеров на всех дистанциях и во всех возрастных группах ждут призы и дипломы.